В Днепре покончила с собой Марина Меньшикова, женщина, которую обвиняли в нападении на участника АТО. В 6 утра ее нашли повешенной в камере СИЗО. Напомню, в 2016 году в театре она ударила военного молотком по голове. Ей инкриминировали хулиганство. Санкция этой статьи предусматривает до 7 лет заключения. Ранее суд избрал меру пресечения, домашний арест. Однако Меньшикова сбежала в аннексированный Крым. В январе этого года ее арестовали. Самоубийство пока единственная версия следствия. А сокамерники не бачили? Вони Значить, були взагалі? Це, да, сокамерниці були на місці. Ну, це такий період з 5 до 6 годин, коли кріпкий сон. Ми вже з ними поспілкувалися. Вони в цей момент спали і поки пояснити нічого не можуть. Версію вбивства на даний момент ми не розглядаємо. Буде проведена судова експертиза, яка покаже, в якому напрямку слідству направлятися.